Страшные игры. Сегодня мы поговорим про голос мистера Томатоса. Настоящий ли он или же это бот? Давайте прослушаем его первую фразу из меню. Welcome to my game, buddy. Welcome to my game, buddy. Welcome to my game, buddy. Ну что, мы прослушали его голос. Голос либо обкуренный, либо взрослого мужика. Но судя по интонации, как он это произносил, это, наверное, бот. Ну и давайте еще раз убедимся. I did not ask for this. Ну реально, голос как будто обкуренный какой-то. Потому что голос низкий. Произносить его так четко и с такой интонацией может только бот. Ну или же профессиональный человек. В интернете информацию про этот голос я, к сожалению, не нашел. Но мне все же кажется, что это бот. Если хотите больше такого контента, подписывайтесь.